Всем привет, с вами я, Андрей. Сегодня вам покажу несколько способов, как нафармить денег в Factorins. Давайте будем плавно приступать из способов в способы. Первый способ — это просто собирать дроп с дрона, как я делаю это сейчас. Вот. Так, давайте дальше. Второй способ будет просто забирать вот, ну, выполнять вот эти все челленджи и забирать все ресурсы там, вот. Так, ну давайте под музыку. На этом моменте я просто тупо передумал. Из-за того, что мне написал вот этот вот черно-белый чувак. Вот. Ну, еще один способ — это просто тупо на вызове играть и все. Это уже четвертый по счету способ, да. Но сразу же после него будет вот этот способ, который я сказал, как раз крутить рулетку и выигрывать призы. Мне так фартануло дальше, это просто не описать. На этом моменте я просто офигел. Давайте посмотрим, что мне выпало. Так, я кручу рулетку и выпадает X2. Вот это самое хорошее. Вот это я люблю. Прям очень сильно люблю X2. И дальше мне выпадает, как вы могли уже догадаться, ну, конечно же, не два алмазных сундука, но золотые. Они тоже же крутые. Вот. Короче, просто тупо я получаю их бесплатно. Открываю.
Вот на этом моменте я такой: новая машина! Мне просто повезло. Ура! Спасибо вам! Эти как вы. Я просто офигел. Это крутая тачка. Машина, то есть. Ой, опять реклама, так что музло. Как раз таки сейчас вы увидели еще один способ просто просматривать рекламу на всех этих штуках и удвоителях. Вот также можно просматривать, типа использовать ускорители, ну и так далее. Какой-то чувак позвонил, да уж. Так, что же мы дальше будем делать? Дальше я не знаю. Дальше просто я буду играть. Не, поставим новую машину, конечно. А, вот еще один способ, кстати. Это уже седьмой, наверное. Вот, тупо это. Брать эти ящики и ломать. Вот и все. Вот, ставим новую. Короче, не забудь поставить лайк, пацан. Тебе выпадет спайк. И еще, ну, короче, Леон, да, всем пока.